Отечественная продукция. 4 июля в Петропавловске по улице Жумабаева развернется праздничная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню Астаны. Гостей ждет яркий фестиваль кумыса, где районы области представят большой ассортимент национального напитка. На ярмарке можно будет купить свежее мясо, молочную продукцию, мед, рыбу, яйца, овощи и картофель. Всего планируется реализация более 100 тонн продукции. Участие примут 13 районов и предприятия Петропавловска. Время проведения с 8:30 до 13 часов. По информации Управления сельского хозяйства, цены на всю продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.